Слышал о том, что в России водители делятся на два типа. Простые смертные и неприкасаемые. Неприкасаемых сотрудники ДПС не останавливают ни при каких условиях, как бы они ни нарушали правила. Они имеют особенные номерные знаки. ААА, ООО, АМР. Для сегодняшнего эксперимента нам понадобится два автомобиля. Один из них – Porsche Cayenne за несколько дня пятницы. По всему городу огромное количество ДПСников, которые ловят всех и вся и за все. Мы будем ездить на машинах с выключенными фарами и посмотрим, будут ли останавливать Porsche так же часто, как Toyota. И сейчас посмотрим, будут ли они нас останавливать. Вы их уже увидели? Да. Видим, они прям вообще стоят, мы мимо них едем, и они вообще в одном месте Блин, стоят. Посмотрели на нас, но это не остановили. За нами едут. Да. Вот, все. Взяли нас. Здравствуйте. Прошу вас. Все правильно. Угу. Ну, вроде трезво. Ну, конечно. Наслав Игорь. Да. Ну, несущественное нарушение. Ладно, все, давай. Спасибо большое. ДПСники, которые только что остановили Ярика, несмотря на номер АМР, вернулись на свою базу. Сейчас мы подъезжаем к тому месту, где наши гаишники базируются. Сейчас посмотрим, остановят они нас или нет. Но если с тебя возьмут штраф и с него не взяли, то тогда АМР вырывается вперед. Давай. И он сделал вид, что он нас не заметил. Он за нами не поехал. Но он посмотрел мне прямо в глаза, когда мы проезжали мимо него. Он мне прямо в глаза посмотрел. И он за нами не поехал. У меня есть предположение, почему тот гаишник остановил Porsche Cayenne. Он даже поехал за ним в погоню для того, чтобы его остановить, хотя у него просто выключены фары. Но никак не отреагировал на нашу Toyota Prius. Да потому что у нас, по идее, денег нет, а на Cayenne у ребят по-любому все в порядке. Только что мы сделали круг мимо гаишников, они вообще не обратили на нас никакого внимания. Сейчас сделаем еще один, посмотрим, может быть, они отреагируют хоть со второго раза. Второй круг. Ничего, мне кажется, он что-то подозревает. 3 часа ночи, мы ездили почти 6 часов, мы проехали огромное количество километров. К сожалению, сегодня очень мало сотрудников ДПС. Еще хорошо, что мы смотрели по программе, иначе бы мы вообще, наверное, никого не нашли. В общем, я могу подвести следующий итог. Даже номера АМР, которые стоят бешеных денег, пафосная машина, которая стоит несколько миллионов, не уберегают тебя от того, что когда ты едешь без света, гаишничек, который, по идее, вообще не должен тебя трогать, махает палочкой и говорит тебе: ребят, свет-то включите. Причем он делает это, так сказать, бесплатно, как тебе, так и точно такому же Toyota Prius. Но самое интересное то, что Toyota Prius останавливали гораздо реже, чем Porsche Cayenne. В общем, я делаю вывод, что номера не работают, нет смысла тратиться на покупку этих самых вещей.